Тебе, а мне что? Ничего, правильно? Вот посмотрите, какие красивые диадемы в новом стиле арт-деко, популярном стиле между двумя войнами. В это время мужчин было убито так много на войне. Это действительно, в общем, мое предостережение. Потому что, вы знаете, войны всегда начинаются в 12 или в 14 году по истории, последние 500 лет. 1914 год – это Первая мировая война, 1812 год – война с Наполеоном, 1712 год – война со шведами, 1610 год – война с поляками. Это всегда в эти годы, вот последние 500 лет – всегда война. Поэтому вы, если что, я вас предупредил. Но имейте в виду, женщин, конечно, погибнет не так много, как мужчин. И вам уже недостаток мужчин, просто по статистике. Что будет после этой войны, вот тогда вы, конечно, завоете такими, понимаете, боями. Невозможно, потому что просто не будет никого. Надо будет рассчитывать только на себя. Вот что случилось в 20-е годы. Как только мужчин не стало, женщины разделись почти догола. Потому что на них просто не обращали внимания. Это не только голая спина, голые коленки и драгоценности. Везде. Van Cleef & Arpels – одна из самых знаменитых фирм, которая особенно прославилась в эпоху арт-деко. Эта фирма была кумиром богатых людей в это время, но и впервые в 20-е годы в моду входит фольклорная тема. Фольклор никогда не носили, а украшения в русском народном стиле, в чешском, в польском стиле становятся очень популярны для этого времени. Вот, например, портрет французской артистки Нивола Кино в русском кокошнике, в вышитом платье, в стиле русской княжны, которая становится очень популярным в это время. Украшения в стиле египетской царицы. Все это характерно для этого.